Здравствуйте. Туалет в парке. Это парк. Такие пальмы необработанные. Они здесь, их собирают листья, но так подрезать, как подрезают в городах, в парках не делается. Поэтому парки пальмовые, уж видите, они не выглядят так красиво, как пальмы на улице, в городах, я имею в виду, по дорогам или около домов. Вот. Так. А это наши пошли с едой. И вот это еще наши идут с едой. Так. Жарота, ни ветерка, не шелохнется ни один листочек. Ой, мама. Так. Азбан сказал, сейчас будем аллигаторов здесь искать. А они есть, уверяю вас. Может, здесь нету? Какая-то открытая такая местность. Honey, ну вот, why you stop? You don't like it? Maybe I'm... Sure, down here with the ants. My shirt, ants will be right? Yes, ants all over. Okay. Так, сейчас мы разложимся, потом вам будем искать крокодилов. Да нет, вот здесь оно не будет. Здесь такое место открытое, там тебе эти... О, сидит. Смотрите, какая. Honey. Third guest came. You see that? Squirrel. Моё красавица, такое сидит. Такая хорошенькая маленькая девочка. Девочка такая красивая, такая маковка. She will jump on me. Я говорю, она все время по старинке животных называю, как в России, да, что белка – это она. А в этом английском языке это оно. Все оно. Даже ребенок, который родился, говорят оно на него. Который махонький-махонький. Говорят, it crying. Говорят, оно плачет. Так. Ой, господи, что-то там в этих в листьях, что-то прыгает там. Ну, наверное, белки сигануло. Хорошо, ну это ж вам видно, видеть хорошо, а нам вот это в жаре вот так сидеть, сейчас поедем быстро и побежим. Это туалет, кто-то сказал, мало туалетов показывают, кто-то сказал, вообще не показывают туалет, кто-то пишет, ой, как там туалеты поживают. То есть покажите туалет. В Америке достижения, потому что бесплатные, потому что их много, потому что они везде. Кто-то скажет, нафиг они нужны, руки грязные и прочее. И, кстати, руки здесь не очень грязные, потому что... Ну, в машинах все сидим и, ну, так довольно чисто в Америке. Я не скажу, что где-то стерильно или как-то, наверное, есть страны почище. Типа Сингапура, где штраф сразу тебе. Либо $5000, либо руку рубим, да? Нет? Ну, руку рубим, это, конечно, я преувеличила, но... Очень большие штрафы за брошенную сигарету, бумажку и прочее. А вот здесь Ханван, когда видел... Ханечка, how are you, baby? You okay? Сигареты видите? Так, Ханечка. Смотрите, сколько белок. Они нам не дадут поесть. 1, 2, 3, 4 на дереве. 3, 4, 5, 6 behind me. Вот это сзади меня, смотрите. Honey, about 7 I see. 7 я насчитала. Ой, мама. Do you see this? It stay here. You see that? Так, пошли вон отсюда. Сзади меня. Honey, they attack me. Они атакуют меня. Так, а ну-ка идите отсюда. If they're rabies, they will. Honey, they attack me. If they have rabies, yes. You need to get rabies shot. Ой, она здесь сидит. Honey, she stay here. That's what I was telling you. A raccoon, if he's rabies, he can kill you. Really? Like raccoon or squirrels I have? And rabies, это, бешенство. Они, говорят, бешенство передают. Во, интересно. Пошли вон отсюда. Who, raccoons or squirrels? Raccoons can kill you if they're rabies. Like not squirrels. No, they can try.
Я говорю, кто, ракуны или белки? Он говорит, белки, я говорю, что он так белки, говорит, попробуют передавать бешенство. Ты погляди на них, идите нафиг. Ну, такого количества, слышите, вокруг, да еще так близко, чтобы стояли, я не видел. Все, они подходят. Не, ну не наглость же это, а? Слышите, на соседнем столе. Это вообще кошмар какой-то, я не знаю. Ляньте это сидит, ждет. Смотрите на нее, смотрите. Смотрите. Они, по-моему, просят так. Слышите, да мы бы дали, мы им дадим. Ну, дали бы они нам поесть сначала. Сзади кто меня там атакует. Так, ну вроде как-то они сидят спокойно. Как крысы, на крыс похожи. Крысы. They like rats, honey. Mama wants me to bring you home and make soup with you. Ой-ой-ой-ой-ой, под ногами. Honey, kick your out, she's on the bench. Oh, no, on the ground. Говорит, так, иди, говорит, сюда. Говорит, мама, говорит, сварит из тебя суп. Сейчас мы тебе домой, говорит, привезем, сварим из тебя суп. Говорит, он кричит, так, суп будет хорошим, говорит. Говорит, кричит, волонтирс, говорит, кто доброволец, говорит, идите сюда. Мы вас, говорит, домой и в суп, это самое. Ой, не могу, there's two volunteers, right? Two, one in second, you see that? Я говорю, два волонтера идут, это добровольцы, смотрите, добровольцы движутся. Идите нафиг, слышите, да дайте вы поесть, ну вот бывает такое, бывает. Я помню, была один раз, сама где-то ехала и что-то купила, коробку в магазине, и заехала в какой-то маленький парк, думаю, дай съем. Ну, чтобы в машине там мне это самое не сорить. Так, ладно, что мы едим? Курица, куски жареные с картошкой. А так, это салат у нас. Помидоры, огурцы, нет, огурцов нету, редиски. Редиска. Ханит, он смотрит на нее. Не редиска, а там это. Перец, болгарский лук, редиска, помидор. Так, это моя квашеная капуста, я ее делаю сама. Вот, кто-то говорил, Елена, делай майонез сама, все делай сама, кефир Елена делай сама, ну все сама Елена делает, значит, в Америку приехала, блин, все эти как в колхозе живу, только что картошку не выращиваю, значит, этот самый, огурцы не сама, это в магазине, огурцы соленые есть вкусные в этом, в американских магазинах, так, все, Аня, let's do that, ой, не могу, так, где мое вино, вот мое вино даже взяла, жарко, конечно, пить, но половину выпью, это шардоне, я все время пью шардоне, Хани, волонтер каминг, that's laid down, ай, я не могу, идет волонтер, он движется, ползет, зараза, вот еще одна стоит. Ну что вы про. Ладно, все, не будем на них обращать. Let's don't pay attention, а? Главное, что интересно. Смотрите, они там прыгают. Ой, господи, она на меня сейчас прыгает. Она может прыгнуть и вот это вот тоже нибудь украсть на столе. И через мою голову. Сначала на мою голову, потом на стол. А что вы думаете? Так, все. Diet Coke, вот Хазман любит вот этот Dr. Pepper. But в данном случае докторский этот перец, значит, слышите. Доктор Перец, этот дайт, это диетическое, да, в данном случае без сахара. А это мой кок, дайт кок, который диетический, кока-кола диетическая, дайт кок. Всем рекомендую. Ай, мама, идите отсюда. Я не могу уже. Пошла вон. Вон, овалили мы. Но эти все равно сторожат. Я только боюсь, чтобы она на меня не спрыгнула сверху. Why? Слушайте, я, значит, как разбегали здесь, не успела камеру включить. Говорит, этот, как его, этот перформанс они устроили. Так, это самое. И бегали, как-то сбежали все. Хазман что-то захотел, я говорю, сейчас им отдам эту редиску, что-то там, и много ему редиски. Много ему редиски. You make these bones? No, don't, later, put on the side. No, I need salad, where you put. А, окей. Okay. Я говорю, какие-то кусочки положи это самое в сторону, потом мы по это самое
отдадим им. Ну и к черту. Сейчас начнут давать, они прибегут здесь, позовут всех со всего парка. Вот туда мы хотели сесть под навес, да? А там дядя сидит в конце. Но американские садятся, поскольку эти павильоны для всех, они садятся. То есть вот так, 2-3 компании, ну, конечно, небольшие компании, не по 20 же человек, а так там, садятся под один, бывает. Там еще бывают, разговаривают, ну так. Но я не лезу никогда к людям, ни на пляже вот близко не лезу. Никогда не лезу. И, а сама особенно не пристаю в магазин. Ну, если пристану, так я уже разговариваю, они любят приставать в магазинах. А так, ну, стараюсь подальше. Но не все ж такие, как я. Я и к вам не пристаю. Кто-то говорит, давай больше видео. Смотрите, старые. В плейлист зашла, посмотрела по темам и вперед. Ждем, сидим. Сидим, ждем. Волонтерами в суп быть не хотим. Сидим, ждем. Он будет кормить остатками. Целом. Окей. The eating, no? Come closer to me, honey. Closer to me. Why? No, because I take a video. Relish? I filmed them. They like relish. Relish? They like? They took the relish. Редиску. Radish, not relish. Radish, honey. Или я что-то ослышалась у него. Radish, honey. Right? No, ты по-английски не клепанем. Так хорошо, как я. Yeah, I see that. Feed them, not give them more. He likes pickle. Pickle? А, ah, он говорит, соленый огурец утащил. Ой, eating, it's eating pickle. Соленый огурец ест. Смотрите, сидит там. Эти моя маковка. Видите, какая красивая, с соленым огурцом. Закусывает. Может, вам им отдать мое вино в этом. Остатки моего вина. Маковки. Красивенькие такие. Do that, do more for them. Только 3 осталось. Вот видите, они у нас ждали нас, а мы решили, что давай поедим, иначе они нам не дадут поесть. А... Если бы знали, we have to have bread, honey, for them. А ну дайте-ка я им бреда брошу. А, ух ты! Fighting! Why they did not pick up? Pick up, honey. Опа! Ага. Так, утащила. А где же остальные? А where is the rest? Здесь было их 20 штук. Где они делись все? Спать пошли. Давай тебе хлебушка дам. Маленькая. Давай тебе. Так, третий. Давай тебе дам. Ну, дурочка, что, не видишь, где? Так. Давай, со следующей. Так. Сейчас найдет. Нашла. Давай. Вот где маховка. Видите, какая красивая такая белка. Страшненькая такая, красивая и страшненькая одновременно. Да ты моя маленькая. О, bread they like, you see? I gave them bread. Что сожрала так быстро? Такой приличный кусочек был, слышите? Ну, такой с орех размером. Ничего себе. Девочки, как вы кушаете. Настоящие американки. They eat like American eat, you know, nice. Я говорю, не едят, как американцы. Хани, Russian says you American very fat. Я говорю, Хани, русские говорят, что, говорю, американцы толстые. Are American fat people or not? Ханька? Это что? No, answer me. American people fat or not? I will be when I get to eat all your food. Они answer direct. Что-то крутит. Nice, who? Americans? Are American people fat? Ну, видите, значит, или делаем вид, что не слышим, или любим американцев, или что-то в этом роде. Да нет, он, кстати, не это самое, он не
не российскими никакими этими там особенно. Они очень привыкли к этому. Они привыкли к тому, что здесь разные люди, и разные размером, и разные цвету, и колору, и кожи, и все. Они как-то абсолютно это мы там. Honey, what about chicken? I have chicken a little bit. Do you see this one? Я порезала, порвала еще эту там, курицу. No, no, you know this out there. That's what they do. What was? Take them, give them this one. Wait a minute, let's see what they do with this one. This will eat some animal food. And this one. Oh, this one nice. They don't like to eat you. Там она поймает этот кусочек этого ест, там, как его. Болгарского перца красный взяла, лопает красный перец, представляете? Значит, не едят они курицу, понюхают и отходят. Хлеб едят, вон он ест, или помидор, или is she eating tomato or bell pepper? Bell pepper. Болгарский перец кушает она. Ой, так, покормили всех, чем осталось. Слушайте, они хлебушек любят, они вот эти, но они едят этот перец. Красные, но не так, чтобы за хлебом в первую очередь. Маленькие. Вот дурочка, я сожрала мой хлеб. Я даже не думала. Я думала, они вот курицу съедят, и там остатки картошки. Нет. А, вон взяла. Там это вообще яиц. You see that? Схватила там it's этого. It's pepper? Yeah. Нет, это, говорит, перец она взяла. Моя курочка. Ну, сейчас я вас люблю, потому что я наелась, и вы мне больше не мешаете. Потому что еды больше нет. Вот дураки, чем мы хлеб не оставили? А, я, she eating. Она, let's show her. О, красавица. Перец красный лопает. Какие-то вы тут голодные. Слышите, полно в парке, но, правда, эти контейнеры закрыты, эти мусорные. В парке полно еды, полно этих сышечек. Блин, ты гляньте, как они там бесятся в листве. Полно этих сысочек. Че вы тут это самое, не разгуляетесь, не пойму. И под корой, и на коре, и в земле. Сколько тут всяких зерен, не зерен, а как там этих, ну, семян всяких. Правда, какие тут шишечки, Елена, если тут пальмы. Это что тебе, сосновый лес, что ли? И люди, ну, здесь написано, что не кормите животных, ну. Так если они сами приходят, как же, волонтеры, как бы сказали, это растянулось в растяжке. В растяжке ждет. Honey, let's take them home, а? Я говорю, давай всех домой заберем, поселим, посмотрим, что будет. Они красиво живут, но страшно стремительные, вечно они пугают. У них вот этот первый рывок такой сильный вообще. Ой, do you see what she is eating over there? А? Ой, как вкусно! Bell pepper. А, pickle? No. А, bell pepper. No, the red round one. Tomato. А, radish. Red. She's got a red. Она говорит редиску жую. А, да, он редиску дал вначале, они ели редиску. Смотри. Ой, ну вообще, девки. Ладно, девки, мы вас покормили. Ну, немножко съели, все, хватит на ужин. Будет день, будет пища, да, как говорят. Все, пока. Кто-то кормит из машины их. Там много-много-много белок. Открыл машину и кормит. Так. Хазбенд поперся в туалет. Пошел. Так, подожди, я контейнер. Давай, у него заберу. Не контейнер, а этот пакет. Honey! Смотрите, у нас эти вампировские деревья. Это же такое растение, которое обматывает. Только обматывает оно определенное дерево. Я забыла, как дерево называется. Ну, вы напишите, наши все знают. И оно вот это обволакивает. Такое, как волосики такие, да? Вот так красиво. Вот. Так, все, до свидания. Туалет, до свидания, парк. Хазбенд говорит, смотри, вон они, говорит, на паркинг-ладе говорят, до свидания тебе. Спасибо за еду. Это их тут мужчина покормил, они здесь собрались. Из машины что-то он им такое бросал, наверное, хлеб. О, они там так и бегают. Я поняла, они любят злаковые эти овощи, злаковые и, ну, всякое тут печенье, хлеб.
Но никак не мясо и никак, наверное, не рыбу, ничего такого. Ну, правильно. А что, я не знала, что ли? Конечно, знала. Больше всего они, конечно, семечки, орехи. I'm gonna show that sign. Look, you're like a police car. Woo! Woo! Stop, stop, stop. Woo! Stop to talk. I will talk. Я говорю, не разговаривай, я буду разговаривать. У них вот эти вот, видите, написано open, номер 11 павильон. То есть имеется в виду, что вот тот павильон под номером 11 в парке open. Значит, ты можешь там лопать и все, что хочешь делать. Сегодня имеется в виду, завтра будет знак другой, может быть. Если будет суббота, воскресенье, то люди звонят или на веб-сайте, да, скорее всего, сейчас все по интернету забивают место. Но обычно делается это все на большие компании, потому что маленькие компании могут сесть и на небольшие столы, да? То есть, ну, даже здесь вот с парковкой рядом. Я не знаю, почему они вот все время строят эти столы недалеко от парковки. Зачем? Потому что люди же паркуются. Не очень интересно. Интересно на воде. А там это река или озерцо. Ну все, значит, а заказ вот этого павильона, я не помню, сколько он стоил. How much order to order pavilion here? Pavilion for number 11, like it was. How much cost it? $15, like that? If you order... I don't know. Не знает. Ну, мне кажется, что это долларов 10-15, как-то так, наверное, не больше. Здесь, ну, когда какие-то праздники такие, типа вот будет 4 июля, День независимости, потому что люди все не работают, и к нам съезжаются все эти с соседних штатов купаться тут во Флориду, да? Вот, тогда, конечно, может быть, будет забито, а так их, так, чтобы... Ну, смотря, нет, смотря где, конечно, смотря какие парки, смотря где. Ближе к пляжам, конечно, парки будут заняты. Но если у вас какое-то празднование, чего-то там, день рождения и чего, вы заранее можете этот павильон закупить и заказать его. Они повесят табличку «Занято», и люди уже не сядут туда. Вот.